Из-за режима всеобщей изоляции многие предприниматели на время вынуждены приостановить работу и потому несут убытки. Для бизнеса Юго-Востока Татарстана открылось специальное представительство Торгово-промышленной палаты республики. Здесь можно получить консультацию специалистов и узнать, на какую поддержку от правительства страны и республики может рассчитывать предприниматель. А также палата может выдавать бизнесменам бесплатно некоторые необходимые документы. Хотелось бы проинформировать вас о том, что сегодня Торгово-промышленная палата уполномочена выдавать два документа: подтверждение обстоятельств непреодолимой силы и подтверждение обстоятельств форс-мажор в соответствии с договором. Для всех предпринимателей республики действует горячая линия. Сегодня у нас уже более 800 обращений. Также на сайте Торгово-промышленной палаты, заполнив форму, можно оставить ваше обращение, которое будет рассмотрено в кратчайшие сроки. Мы будем стараться максимально информировать вас о новых мерах поддержки. Представительство находится в Альметьевске по адресу улица Шевченко, 25, офис 511. Телефон горячей линии Торгово-промышленной палаты Татарстана вы видите на своих экранах. Звонки принимаются с 9 до 19 часов. Все необходимые документы можно прислать и на почту. Ее адрес вы также видите сейчас на своих экранах. Заполнить форму и получить заключение по обстоятельствам непреодолимой силы форс-мажора можно и на сайте Торгово-промышленной палаты. С вопросами предприниматели могут обращаться к советнику специального представителя Торгово-промышленной палаты на Юго-Востоке Республики. Его телефон на ваших экранах.